Следующий гибрид называется Сагатан. Это тоже новинка в нашем ассортименте. Я думаю, что многие, кто знает наш гибрид GS12, который уже, наверное, более 10 лет на рынке, довольно популярный гибрид, очень ранний, очень вкусный, удовлетворяет всех по многим показателям. Но, как говорится, и на солнце бывают пятна, и на GS тоже бывают пятна. Все знают, да, там вот вокруг плодоножки иногда есть зелененькое пятно, связанное с недостатком калия, и получали мы в свое время очень много замечаний по этому поводу. Поэтому вот наш ответ, это гибрид Сагатан, сегмент GS12. Он на первых кистях может быть, вот как этот, например, плод, немножко крупнее, чем GS12. Но в целом, то есть он 120-140 грамм средний вес плода, очень твердый. То есть этот самый твердый, наверное, из всех. То есть можете попробовать, вот, хоть и большой плод, но очень твердый. Вот, гибрид уже лучше не укрыт, чем, например, гибрид Мамако. Он будет по сравнению с ним где-то около 7-10 дней позже. То есть, если вы посмотрите на сам куст, процент созревших плодов будет меньше, да, немножко позже будет, в отличие от Мамако. Но при этом уже более сильный куст, он больше закрыт от солнечных ожогов, лучше может храниться на самом растении. Также одно из таких вот, скажем, я считаю, для нашего рынка очень важных показателей, то, что этот гибрид имеет устойчивость к фитофторе. То есть, у кого есть большие проблемы с данной болезнью, можете работать с данным гибридом, у вас либо вообще не будет никаких проблем, либо будут они просто с очень маленькими, скажем так, проявлениями. Потому что, понимаете, устойчивость, она не означает то, что у вас вообще ничего не будет. Либо вы можете данный гибрид использовать на более поздние сроки высадки, когда в осень он будет входить при нестабильных погодных условиях, там с дождем, с туманом, перепадом температур. Этот гибрид себя тоже будет показывать довольно хорошо и продуктивно. Продажа будет с января 2017 года. То есть в следующем году уже, кого он заинтересовал, можете его покупать. Да, и то, что сказал по сравнению с GS12, никаких, как вы видите, проблем с калийным пятном у него нету. На протяжении 3 лет мы его испытываем в разных климатических зонах, на разных грунтах, от песчаных до тяжелых суглинков. Проблем также особых нет. Не прихотливы технологии выращивания. В принципе, везде развивается он довольно стабильно и одинаково, поэтому особых каких-то рекомендаций по нему я сделать не могу. А густота посадки? Тут вся густота посадки 21,5. Угу. Данный гибрид, что первый, что второй, я думаю, там 24 тысячи, то есть это есть, ну, как стандартное. А размер, пожалуйста. Да, конечно. Ну, это я помидора. Покушанье. Любитель? Да. Я тебя домой довезу потом? Довезешь. Тут все экологично чистое. Не переживай. Вкусный. Мамако тоже очень вкусный. Можете там тоже назад идти. Да. Очень вкусный. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.